Ювелирный рынок сегодня – это тысячи предложений в различных ценовых и стилистических сегментах. Если говорить о классическом ювелирном искусстве, то это всегда редкие драгоценные камни, уникальные дизайны и работа мастеров высочайшего уровня. Изделия класса люкс, они оцениваются не только по граммам золота, но там самые лучшие высококачественные камни, прекрасная работа, совершенный дизайн и признание во всем мире, узнаваемость. Вот эти четыре составляющие дают оценку люкс. Представитель этого ювелирного направления – бутик «Частная коллекция», который недавно отпраздновал день своего рождения, год работы в Челябинске. Работа вот моей мечты – это работа радость. Я обожаю вот эти вот все красивые украшения, которые люди приходят, говорят, что такого не видели, что это для них ново. Мы притягиваем тех людей, которые ценят красивое, которые видят красивое, во-первых, а во-вторых, качество, его видно. Со всех сторон изделие должно быть красивым. И у нас ценители прекрасного, наши клиенты. Наши клиенты – это коллекционеры и ценители прекрасного. Многие драгоценности мирового уровня создают наши российские мастера. Ювелирной столицей России считается Екатеринбург. Оттуда родом, в частности, знаменитый Виктор Моисейкин. Он начал свою работу 25 лет назад. Есть те изделия, которые проверены временем, стали классикой и дорожают каждый год, потому что это изделие класса люкс. Он во всем мире работает. Япония, Китай, Дубай. В общем-то, договориться с ним очень сложно, но тем не менее, мы как-то у нас получается, у нас общие какие-то взгляды. Есть коллекция Ван Гог, допустим. Он пересмотрел все эти картины, какие можно было доступно пересмотреть, вдохновляется и пишет отсюда свои работы. Западные ювелиры хоть и уступают российским по части исполнения креативных идей, но стараются тоже не отставать от лидеров драгоценного мира. Коллекция Гривелли – это итальянская коллекция. Вы можете посмотреть, насколько они уникальны, интересные, утонченные, необыкновенные, воздушные. Украшения здесь соседствуют с картинами современных художников. Есть в этих работах много общего, всего того, что достойно коллекции самых требовательных ценителей прекрасного.